предупреждает вас о том, что ваши показания будут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае вашего последующего отказа от этих показаний. Но пока до показаний дело не дошло. На первом слушании процесс не ушел дальше оглашения прав сторон. Хранить молчание, не свидетельствовать против себя и родственников и так далее. Понятно все, права и обязанности. На скамье подсудимых мужчина, обвиняющийся в причинении смерти по неосторожности. Органами предварительного расследования было установлено, что автомобиль обвиняемого двигался по своей полосе и решил совершить обгон других транспортных средств. В результате обгона водитель данного автомобиля не справился с управлением и столкнулся с впереди едущим другим автомобилем. Результат ДТП – трое пострадавших детей, один впоследствии скончался. Тем не менее, статья и ее часть не относятся к тяжким или особо тяжким преступлениям, поэтому стороны могут прийти к компромиссу. В том случае, если подсудимый полностью возместил вам причиненный вред, если он впервые совершает большую среднюю тяжесть, возмещает полностью причиненный вред, примиряется с потерпевшим, то потерпевший вправе примириться с ним. На основании этого прекращения уголовного дела возможно. По мнению гособвинителя, в деле пока нет отягчающих обстоятельств. На данный момент каких-либо отягчающих обстоятельств не установлено. О смягчающих обстоятельствах тоже говорить еще рано. На данном этапе судебных разбирательств стороны только и успели обменяться ходатайствами, главной из которых – просьба адвоката подсудимого. Для обеспечения полноценной защиты прошу дело слушания положить на более поздний срок. Для предоставления возможности защиты ознакомиться с материалом уголовного дела. В итоге процесс перенесли на 4 августа. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.